Состав молекулы воды. Состав молекулы воды. А, это единица измерения чего-то из физики. Вроде бы. Мы сегодня за химию качаем. Ну ладно. Это какой класс? Это 7-й класс, это химия. Камон, я вообще настолько не силен в... В чем? В школьных вопросах. Привет, я Жека. Задаю людям вопросы школьные, плачу за это бабосы. Тема химия, брат, от души говори погромче. А можно не химия? Прямо а если я не знаю? Давайте я. А ты умный, типа? Ну, да? Не он то, что умный, денег просто. Хочу. А, бабок хочешь? Ну, давай, иди сюда. Давайте. Кто открыл периодический закон? Я не знаю. Серьезно. Вообще без понятия. Давай следующий. Нет, а можно не химия? Понятия не имею. Опа, не подсказывай. Понятия не имею. Физика, да. Это химия. Химия, не знаю, я не шарю в химии нигде. Камон, я вообще настолько не силен в... В чем? В школьных вопросах, скажем так. Или это, скорее всего, в школе, да, где-то изучалось? Это 7-й класс, да. Да. Это химия. Это какой класс? Это 7-й класс, это химия. У нас нет химии в 7-м классе, она с 8-го, а я в 7-й класс закончила. Ты в седьмом классе? Да. Мужик такой, ух, с бородой такой, харизматичный, симпатичный. Кто в химии самый главный мужик? Кто топ в химии? Кто дядька решал? Ну, вообще Менделеев. Кто открыл периодический закон? Справедливо, Менделеев. Менделеев, нет. Кто? Менделеев. Менделеев. Дмитрий Иванович. Ты очень умный человек. Да? Меня, короче, шаришь? У меня хотели не допустить до экзаменов из-за химии. Да ты что? Да. Ну давай. Плюм-бум. Это что такое? Плюм-бум. Плюм-бум? Ну. Это какой-то органический... ПБ. ПБ. А, это химический элемент. Ну, и что это за элемент? Плюм-бум? Да. А, это единица измерения чего-то из физики. Вроде бы. Мы сегодня за химию качаем. Ну, ладно. Тушинти. Я серьезно не знаю. А можно я отвечу? Одна подсказка. Это платина, кажется. Что? Платина. Ой, ёпс. Как хрюшка. А? Хрюшка. Хрюшка? Да. Хрюшка. По-другому хрюшку, как это назвать? Свинья! Свинья, ну. Ну, подсказка бешеная, брат. Свинья, ну. Плюмбум. Это... Это из Рика и Морти. Черт, я не знаю, что это. Рик и Морти, это нет. Мультик такой, ты что? Да. Прикалываешь, серьезно? А, свинец. Ёпс, тудей. На С. Свинец? Да. Свинец. Вот почему-то серную кислоту знаю и плюмбум знаю. Вот именно я, прикинь. В голову прям влезло и все. Если ты ставил или ставишь на спортивные события, но толку в этом нету никакого, тогда тебе нужен сервис iRise. Это уникальный сервис по заработку на спортивных событиях, на котором может поднять денег абсолютно каждый человек. За 100 дней аналитики принесли клиентам более 200% прибыли. Сервис работает очень просто. Вводишь банк, с которого хочешь начать. Аналитики расставляют его среди выбранных событий. И ты получаешь прибыль и выводи в любой момент прямо на карту. Введи промокод Негодяй ТВ. При регистрации получи от меня скидку 25% на услуги сервиса iRise. В описании все ссылки. Надеюсь, никто не спалил, что я все это прочитал. Какую валентность имеет кислород? Валентность? Бля, сейчас бы таблицу Менделеева, я бы сказал, на самом деле. Это безумно сложный вопрос. Я сам по себе знаю. Что за графиня эта валентность? Ну, химия, это явно не мое, я не знаю. Что? Валентность? Какую валентность имеет кислород? Вспомни, что такое валентность? Не знаю даже вообще этого слова. Не знаешь? Вообще, честно говоря. 5 или 6. Одновалентный? Какая буковка там? О. О. А, 0? Но. Типа чешу. Да нет, брат. Ну, тупо, может быть, окей. Я даже не знаю, что такое валентность. Объясни всем нам, не людям, что такое валентность. Валентность – это количество связей, которые может образовывать кислород с, собственно, другими элементами. То есть... Допустим, валентность углерода равна 4. Вот, например, в органике она идет как... Ну, это максимальная валентность, то есть у нее может быть и меньше, если учитывать... У кислорода, кстати, не одна валентность. Например, если
А, нет, это с этим... Это... Вот, и я также ни хрена не понимал, вот, когда все это читал перед выпуском. H2O ведь. 2 – это валентность? Да, но есть еще H2O2. Ой, все, кошмар какой-то. Двухвалентный. Сейчас ты хочешь меня разорить, да, как я понимаю? А, блядь, 2. 2, все, красава. Это 7 класс, прикинь. Да, да. Если к вам подходит человек и что-то у вас, что-то вам говорит, ну, хотя бы послушайте, что он вам базарит. Возможно, к вам подошел очень известный видеоблогер, который хочет дать вам денег. Окей? Привет, симпатичные люди. Не приставайте. Точно, я пристаю к людям, сука. Может, прокатить так? Привет, братиш, я очень популярный видеоблогер, сейчас снимаю контент, не хочешь поучаствовать? Честно говоря, не очень. Да? Почему я подхожу к молодым? Потому что молодые в большинстве случаев идут навстречу. Взрослые же проходят мимо тебя, не глядя, как будто ты просто кусок какашки. Здравствуйте. Поучаствуйте в моем мега-классном блоге? Да? Дружище, можно тебя на секунду? Нет. Ну, я пока не могу. Пока не можете? Я понял. Так, давай, последний вопрос, и все, и ты, короче, с тысячи уходишь отсюда. Все. Формула серной кислоты. Серная кислота. Ты знаешь серную кислоту? Серную кислоту? Какую валентность? Не, вообще, серная кислота, вот эта формула. Ну, токсичная, какая? Токсичная кислота, но формулу я не назову. Пим-пим-пим-пим-пим. Может быть, СБ? Серная кислота, это H2S. Да. Калий-2. Калий там даже не было. Да. Серная сернистая, это H2SO3. Брат, ты очень близок к этому. H2SO4, значит. Все, брат. Че, сидишь? Держи, твой косарь. Спасибо. Вот так вот, брат, химия, подожди, косарь, химия. Подожди, о, смотри, ребята не доверяют, что у меня привет, настоящий банк. Косарь, не, да. Че за канал? Да. Ты доволен, брат? Че за канал? Я, блядь, доволен, у меня денег не было, в принципе, домой сегодня уехать. Да ты что, серьезно? Да, у меня 100 рублей, мне нужно за город ехать. Все, ты красава. Спасибо. Как это называется? Негодяй ты вы. Давай, говори всем, пускай подписываются. А, пацаны, короче. И девчонки там. Пацаны, девчонки. Там взрослые тоже. Как-то. Взрослые. Да, ну, все, и бабушки. Всем привет. Да. Всем привет, да. Все гендеры. Все гендеры, да. Это гендер, это типа пидорасы? Не, гендер, это типа все полы вообще. Ну, окей, короче, да. Толерантность, девственные. Да. А, подписывайтесь на канал, вы че? Смотрите, какие тут вообще перспективы, да. Вот именно, да. Спасибо тебе большое. Все, давай. Удачи. Давай. Ладно, я возвращаюсь к старому я. У меня есть Инстаграм. В Инстаграме. Может быть, когда-нибудь я сделаю прямой эфир и разыграю там денежку. Буду тоже задавать вопросы школьные. В прямом эфире кого-то выбирать из вас, и все возвращается на места своя. Глаз гнездо всем. Самые внимательные, наверное, заметили, что всего было 4 вопроса. При монтаже я подумал не вставлять второй вопрос, но это неинтересно. Все дали правильный ответ. Все знают, что такое H2O. Все. Состав молекулы воды. Ну да. H2O. Погромче, брат. H2O и еще что-то. Да хватит. Хватит и H2O.